Но здесь есть очень интересная и важная галочка. 1500 ОЗУ просто так он мне дал. Хорош. 400-500 FPS показывает. Чего как? Эй, здорово, дружище, с тобой Серега Сайбербанана. И сегодня мы будем повышать тебе FPS. Не только в Counter-Strike, но и в других играх, например, как Fortnite, PUBG, Dota и прочее. Я знаю пушечную программу, которая действительно тебе поможет. Интересно? Присаживайся все поудобней. Я начинаю. А перед началом ролика разыграем вот эти вот лапки. Я нажимаю кнопочку «Старт», и победителем прошлого ролика становится барабанная дробь «Вытаскиваю». Ну, как бы здесь чаша искусственная, да? И мистер Марлин, циферка 2. Дружище, я тебя поздравляю. Все, что нужно сделать, написать мне ВКонтакте и подтвердить, что это твой YouTube-аккаунт. А для тебя я подготовил «Юсп неисправность». Прикольная красная тема, жестко для твоего инвентаря, по-любому подойдет. Все, что нужно сделать, это подписаться, поставить лайк, написать любой комментарий и пригласить одного друга ко мне на канал. И все, уже в эту пятницу подведем итоги. Погнали смотреть, как поднять твой FPS. Программа называется Razer Cortex Game Booster. На самом деле очень годная программа. Она берет все силы твоего компьютера и отправляет в ту игру, в которую ты играешь. Неважно, Counter-Strike, либо какая-то другая. Годно. Давай ее скачаем, нажимаем Download Now. Подходит для Windows 10, Windows 8 и также для Windows 7. Ссылочку оставлю в закрепленном комментарии. Мне за это никто не платит. Просто с вами хочу поделиться интересной и достойной программой. После того, когда ты установил и залогинился в эту программу, у тебя автоматически добавляются игры, которые есть на компьютере. После чего ты нажимаешь «Ускорение». И здесь уже, смотри, у меня показывает 20 элементов, необходимо ускорить. Давай пройдемся по каждому, вообще посмотрим, что здесь есть такое, как ускорить и как почистить свой компьютер. Как мы видим, он будет отключать специальные символы, процессы, службы, службы, не относящиеся к Windows. Давай посмотрим по каждому, что именно он включит: ядро центрального процессора, отключит спящий режим центрального процессора, отключит автоматическое обновление, включит игровой режим электропитания, отключит буфер обмена, очистит ОЗУ. Слушай, это реально действительно все поможет тебе поднять FPS. Дальше процессы он тут трогать не будет, после чего службы он уберет все лишнее, что тебе не нужно, и службы, не относящиеся к Windows, он трогать не будет. После чего нажимаем «Ускорить», все он отключает, и ты посмотри, прямо на твоих глазах сейчас ОЗУ освобождено. Что? 1500 ОЗУ просто так он мне дал? Хорош, хорош. Ну и также смотри, дружище, если нажимаешь ускоритель системы, тут нажимаешь кнопочку сканировать, теперь я могу очистить 5,1 гигабайт из 5,7, 43 элемента тоже могу оптимизировать, ну и дефрагментировать игры он мне никакие нашел, видимо, у меня там все нормально. Окей, нажимаем оптимизировать. Он начинает и здесь также чистить. Слушайте, пацаны, просто 2 или 3 щелчка мыши, которые я сделал, и вы видите, просто на изи чистится и оптимизируется компьютер. Оптимизировать. Отлично, теперь заходим в ускоритель игры и расскажу про вкладку FPS. Здесь можно поставить показывать частоту кадров в секунду в игре. Ну это как Fraps, помните, раньше такая программа была. Но здесь есть очень интересная и важная галочка, называется «Следить за количеством кадров и создавать таблицу в конце игры». Она тебе покажет, сколько у тебя было минимум FPS, сколько было в среднем FPS и сколько было максимум FPS. После чего заходишь в вкладку ускорения и под себя подбиваешь то, что нужно и что не нужно. Ну смотришь свою золотую середину, может какие-то службы тебе действительно нужны, а какие-то нет. Ну давай зайдем теперь в Counter-Strike и посмотрим в итоге, сколько после вот этих автоматических манипуляций FPS мне прибавило. Заходим в библиотеку и нажимаем «Играть», и Counter-Strike запускается. Так, ну тут все понятно, здесь всегда такой большой FPS. Но я зашел на Мираж с ботами, и, ребят, посмотрите на этот FPS. Там даже за 500 заходит, ты понимаешь? Это карта Мираж. Но если двигаешься, да, он падает до 300, но вы сами понимаете, FPS 500? Чего? Даже на моем компьютере такого нет. Я... охренел. Реально, 400-500 FPS показывают. Чего как? После того, когда ты выходишь из игры, и тебе показывают восстанавливается 18 элементов. Это означает, что твой компьютер встает на свое место, которое был до того момента, пока мы не зашли и не ускорили игры. Неплохо. Я считаю, да, программка действительно годная. Обязательно попробуй эту программу и напиши мне в комментариях, сработала она у тебя или нет. Все, я с тобой прощаюсь. Серега Сайбербанана показал тебе максимум интересного и годного контента. Но, кстати, участвуй в этом конкурсе. Для тебя же стараюсь. И посмотри вот этот годный видос. Здесь реально пушка. Лайкосик сюда и лайкосик туда. Давай, пока-пока.